Больше 9000 человек и десятки муниципальных районов. Зона отдыха Любляна в соседнем Егорьевске на весь июль превратилась в эпицентр молодежной жизни Подмосковья. Каждый палаточный лагерь здесь – маленький город. Тематика смены отражается не только в проходящих мероприятиях. Например, волонтеры молодежного центра «Олимпиец» еще до приезда на форум организовали у нас в городе сбор крышек, а затем сделали вот такие красивые фигуры, которые теперь украшают лагерь воскресенцев. Красной нитью на форуме просматривается лозунг «Время новых героев». Это не случайно. Его главная цель – найти новых героев, которые смогут раскрыть свой потенциал и помочь Подмосковью стать еще лучше. Воскресенцы приезжают на форум ежегодно. В этом году они посетили 3 смены из 5. У нас тут генератор есть, 21 век. Но первый день, первую ночь было плохо, потому что непривычно. Не в своей кровати спать, а на каком-то матрасе, все болело. Но потом с каждым разом все лучше и лучше. Дискотеки здесь крутые. Вкусные наваристые щи, а на второй дают гречку, тоже все очень вкусно. Хлебушек кормят нас очень хорошо. Тут своя атмосфера, которая тут, ее можно прочуять, только пожить здесь пару дней. Да, окунуться в нее. И когда ты приезжаешь домой, первый день ты очень скучаешь по Любляне. Дома просто тебе нечего делать, тебе очень скучно, тебе охота вернуться сюда. 3 года подряд в составе делегации и молодежь воскресенских минеральных удобрений. В год экологии тема крайней 5-й смены для них особенно актуальна. В этом году замечательные спикеры, очень интересные лекции. Мы с удовольствием на все ходим, не можем, к сожалению, разорваться. Хочется попасть и туда, но приходится выбирать. Год экологии имеет большое значение. Мы получили небольшую информацию по поводу экологии, приобрели какие-то новые навыки, что, в свою очередь, преподнесем в дальнейшем для молодежи в МУ, ну и так для своих друзей и знакомых. Но для молодежи было очень много полезных лекций, конкретно направленные на развитие, личностный рост. Вот, спикеры были очень интересные. Антон приехал на форум впервые, говорит, впечатлений масса. Здесь он получил не только полезную информацию, но даже исполнил свою мечту. Сан Саныч Карелин приезжал. Всегда многие его схватки мне были очень интересны. И увидеть его вживую, сфотографироваться с ним, было мечтой. Мы, допустим, заняты на производстве, а люди, большая часть здесь, занимаются культурой, общественной деятельностью, занимаются с детьми. Ты узнаешь, что их интересует, что интересует молодежь в разных округах Московской области. Это интересно. Лекции, мастер-классы, встречи со спикерами. Образовательная программа проходит в шатрах, которые названы в честь выдающихся исторических личностей. Многие занятия интерактивные. Это максимально раскрывает личность участников. Поехали. Утро, сегодня в палатке. Сплю. Открываю палатку, такая проснулась. Выхожу, новый день, надо умываться. Я беру рыльно-мыльные принадлежности и иду в душ. Вместе с участниками на смены регулярно приезжает и руководитель администрации района Виталий Чехов. Он принимает активное участие в обустройстве самого лагеря и признается, что при возможности сам остался бы на все смены. Сегодня вот у нас в лагере больше 100 человек. Вот сегодня. Конечно, я пообщался, поговорил, походил, посмотрел. Все довольны, с настроением, с бодрым настроением. Общаются, разговаривают. Хочу отметить то, что очень высокая организация этого мероприятия. Даже есть душ с горячей водой, можете представить, вот в полевых условиях. Еда хорошая, есть возможность подзарядить мобильные телефоны. Очень насыщенная повестка дня, то есть очень много мероприятий. Я думаю, что здесь все получают максимум удовольствия, заряд положительных эмоций. А самое главное, находят новых друзей, имеют возможность пообщаться и прекрасно провести время. Накануне закрытия на форум приехал и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Свой визит он начал с обхода лагерей районов. Воскресенцы угостили губернатора караваем и напоили киселем. Рада приветствовать вас на форуме. Я гражданин Подмосковья. Отведайте, пожалуйста, каравая и киселя горячего. Губернатор высоко оценил такое гостеприимство нашего района, а приятный момент закрепили фотографиями на память. В рамках форума также проходила защита проектов, которые были поданы на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье». Мы претендуем на то, что лучшие из них мы сможем поддержать, дать им
жизнь, практическую реализацию. Андрей Юрьевич, компании вице-президента фонда «Сколково» и руководителем агентства стратегических инициатив, заслушал 5 проектов. 5-й молодежный форум «Я гражданин Подмосковья» завершил свою работу. В следующем году из Егорьевска он переедет на другую площадку, которую организаторы выберут вместе с участниками. Ольга Югай, Дмитрий Волнов, «Воскресенские вести».